Большая вода наломала дров. Штормы и сильный ветер в начале декабря трое суток бушевали в Петербурге и на его окраинах. Напомню, дамбу на это время закрывали. И вот закончили оценивать ущерб от стихии. Основной урон шквалистые порывы нанесли Сестрорецку. После шторма несколько прибрежных участков оказались почти полностью затопленными. Волны перекатились через песчаные пляжи и подобрались к жилым домам. В итоге наводнение принесло с собой тонны придонной грязи, бревна, бытовой мусор. Потоками смыло детские городки, разрушило места отдыха. Погодные условия, да, но и во-вторых, видите, в этом году еще пока нет снежного покрова. Так-то обычно в это время в декабре уже лежит снег, пляжи уходят под снег, что называется, да, используются под зимние виды спорта, под лыжи, под катание. А пока вот здесь такая стоит такая необычная для декабря погода, снега нет, вот видите, что творится, приходится убирать, приходится работать. Наводнение под Сестрорецком стало самым крупным за последние 15 лет. На наведение порядка, по подсчетам коммунальщиков, понадобится еще 10 дней.